Друзья, приветствую вас из Мерсина. Мы находимся сейчас в районе Томюк. И сегодня я хочу показать вам квартиру планировки 1+1, полностью укомплектованную мебелью и техникой. Это квартира от хозяина. Квартира полностью готова к заселению. И все, что вы видите на видео, вся мебель, техника, аксессуары, все это входит в стоимость квартиры. Квартира находится в жилом комплексе, который расположен в 350 метрах от моря. Этот жилой комплекс с богатой летней инфраструктурой. Есть большая придомовая территория с бассейном, с аквапарком. Территорию мы с вами посмотрим чуть позже. Квартира площадью 45 квадратных метров. Мы сами замеряли, как известно, по турецким стандартам. Застройщики заявляют всегда чуть больше, потому что они измеряют площадь со внешней стороны стены, часть площадки считается подъездной. Мы сами замерили, здесь ровно 45 квадратных метров. Ну, квартира достаточно светлая, просторная, здесь есть интернет уже, то есть квартира полностью готова к заселению. Интернет можно просто будет переоформить. Вот, и вообще никаких проблем. Вот в гостиной у нас большой угловой диван, совершенно новый. На полу в гостиной хорошего качества ламинат. В прихожей встроенный шкаф от застройщика белого цвета, зеркальный. Очень красивый. Люстра, зеркало в полный рост. Вот такая вот скамья. Зона прихожей выложена плиткой. Вот здесь вот у нас расположен санузел, который тоже укомплектован всей необходимой мебелью и сантехникой. Достаточно вместительная душевая кабина, есть проточный водонагреватель. Везде уже оформлено освещение. Вот, как вы видите, красиво очень, ледовая подсветка синего цвета такая, при желании можно ее включить. Есть точечные светильники и так далее. Здесь в гостиной большое окно, решетка эта была установлена хозяевами для детей, для безопасности детей. Также есть москитная сетка. При желании, если вам не нравится эта решетка, ее можно демонтировать. Это не проблема. Вид здесь открывается на горы, на апельсиновые поля. Комплекс также очень удобно расположен. Море в 350 метрах. До главной дороги также недалеко, буквально метров 250. И в то же время дорога не мешает. Из этого также есть большой холодильник хорошего качества, тоже очень хорошо работает. Здесь у нас расположена, друзья, спальня. В спальне большая двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, есть вот такая вот вешалка и очень хороший большой кондиционер, который может охладить и обогреть полностью всю площадь квартиры. То есть он тянет на две комнаты. Вот так вот красиво оформлена стена здесь оригинально. С одной стороны. Но при желании вы можете перекрасить, если вам захочется чего-то нейтрального. С другой стороны стена, вот такие серые обои у нас. На полу также ламинат. И из спальни есть выход на балкон. Вот такое большое панорамное окно, которое сдвигается. Вот такой вот балкон с прекрасным видом на горы. Здесь чудесный воздух, свежайший. Балкон остеклен, современное панельное остекление, защищает от ультрафиолета, на полу плитка
И вот в этих шкафчиках спрятана техника. Здесь есть посудомойка. Совершенно новая, все работает. И есть стиральная машинка. Вот здесь вот шкаф, куда вы можете сложить какое-то белье и так далее. Мотор находится вот здесь, как вы видите. Балкон можно полностью раздвинуть. И можно вот так вот в таком виде, в закрытом тоже. Друзья, это предложение подойдет для тех, кто хотел бы приехать, сразу заселиться, ничего не покупать. Также очень хорошо подойдет для инвестиций, так как этот жилой комплекс оснащен очень богатой летней инфраструктурой. Здесь есть большой бассейн с аквапарком, территория очень большая, детские площадки, зона барбекю. Он находится буквально в 350-400 метрах от пляжа. Поэтому летом он пользуется большим спросом. Многие здесь сдают квартиры в аренду. Вот, и можно получить хороший доход летом от сдачи в аренду этой квартиры. Друзья, ну а мы сейчас с вами поднимемся на крышу и посмотрим территорию с крыши. Посмотрим прекрасную панораму, которая открывается с крыши. Айдат в этом комплексе составляет 150 лир в месяц. Здесь есть генератор. Также хозяева оставляют вот такой большой плазменный телевизор Smart фирмы Vestel. Очень хорошего качества. Есть вот такие вот шторы опускающиеся. В общем, квартира полностью готова к заселению. Мебель и техника все в отличном состоянии. Отличное предложение для небольшой семьи, либо для тех, кому нужна квартира для инвестиций, чтобы потом в последующем ее сдавать. Тоже очень хорошее предложение. Пришли в подъездную площадку. На площадке расположено 5 квартир и 2 лифта. Ну а мы с вами поднимемся на крышу. Квартира у нас на 12 этаже. И мы идем с вами смотреть территорию. Друзья, мы сейчас находимся на крыше жилого комплекса, в котором продается наша квартира. Вот, территория очень большая, зеленая, ухоженная. Здесь прекрасный вид на море, с крыши открывается, и видно, что до моря метров 350-400. Вся городская инфраструктура необходимая присутствует. Здесь есть магазины Шок-маркет, А101, здесь есть пекарни, здесь есть выездной базар в Томюке. Также в Томюке есть школа, есть поликлиника, аптека. Здесь бесперебойно ходит общественный транспорт. До района Эрдемли вы доберетесь буквально за 15-12 минут. До района Мезетли за 30-35 минут. И до форума доберетесь за 45-50 минут. Маршрутки здесь ходят бесперебойно, каждые 2 минуты. Также ходит общественный муниципальный автобус. Ходит он каждые 15 минут. Очень комфортный, комфортабельный, с кондиционером. Маршрутки тоже здесь достаточно комфортабельные. Большая территория. Комплекс охраняется 24 часа в сутки. Есть камеры видеонаблюдения. Жилой комплекс состоит из 5 блоков. И бассейн достаточно большой. Здесь есть бар у бассейна. Вот аквапарк. Летом здесь стоят столики возле бара. Да, стоят шезлонги вокруг бассейна. Играет приятная музыка. В общем, жилой комплекс, в котором можно прекрасно провести летний отдых. Ну, а также он подойдет для постоянного проживания, потому что вся необходимая инфраструктура имеется в пешей доступности. Жилой комплекс находится недалеко также от главной дороги, но в то же время дорога вам не мешает. Здесь очень много места для парковки.
И вообще в районе Томюк очень комфортный климат. Здесь летом температура отличается от соседних районов, намного отличается. Здесь не так жарко, как в соседних районах, потому что не такая плотность застройки, как вы видите. Воздух лучше циркулирует. И очень комфортно здесь жить летом. Также Томюк славится своими пляжами. Здесь очень много пляжей, все они в пешей доступности. Можно ходить на любой практически пляж. Здесь пляж есть с пальмами, везде пологий вход. Пляжи здесь песчаные, вход галька, буквально метр. Очень комфортные пляжи, оснащенные с шезлонгами, зонтиками. И на любой пляж вы можете совершенно бесплатно попасть и наслаждаться летним отдыхом. Друзья, если вам понравилась квартира, пожалуйста, пишите мне на WhatsApp. Перейти в чат со мной в WhatsApp вы можете, кликнув по активной ссылке в описании к видео. Ну а я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина и Шанслар. Друзья, мы сейчас на набережной в районе Томюк. Прекрасная набережная. Вдоль набережной кафе, рестораны, детские игровые площадки. Летом они работают, а зимой здесь вот такая вот спокойная атмосфера, прекрасный воздух. Можно прогуливаться, дышать морским воздухом. И тянется эта набережная примерно на 8 километров.